В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» в микрорайоне Букино прошел спортивный праздник. Подробности у Екатерины Дятловской. Напомнив участникам главный девиз всех спортсменов, глава города дал старт спортивному часу «Вперед к новым вершинам». Мероприятие прошло в микрорайоне Букино в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» на площадке, обустроенной там в прошлом году. Ну что, готовы? Да! Ну, отлично. Тогда главное не победа, а участие, а все останутся с призами, с подарками и с хорошим настроением. Организаторами спортивного праздника, собравшего более 120 человек, выступили Центр детских и молодежных инициатив «Шанс», спортивный клуб «Industrials Fight Club Лобня» и специалисты физкультурно-оздоровительного комплекса имени Гороховой. Подобные мероприятия будут проходить с определенной периодичностью в разных точках города с разной тематикой. Срок мероприятия рассчитан до 15 марта. Главная задача, чтобы люди выходили на улицу, гуляли и пользовались той, соответственно, инфраструктурой, которая была создана. Все это проходит в очень интересной среде, такой веселой, зрелищной, поэтому эта программа будет продолжаться. У нас будет и масленичные гуляния, и продолжать будем спортивные соревнования на улице. Поэтому я уверен, что эта программа будет развиваться, и количество мероприятий будет расти. А пока ученикам младших классов школы номер 5 предстояло провести время в интерактивных танцах, играх и спортивных эстафетах. Ребята приходили с портфелями и сменкой, но быстро вливались в большой хоровод, чтобы вслед за ведущей повторять нужные движения. Заразившись спортивным энтузиазмом, присоединиться к празднику решили даже самые маленькие гости. Конкурс, да? Ребята, вы молодцы, немножко разогрелись. Для вас же конкурс называется... Затем настало время эстафет. Разгорелась нешуточная борьба. Зрители и взрослые, и дети активно поддерживали команды. Так что и с обручами, и с прохождением туннеля ребята справились на отлично. Понравилось сегодня? Да. Больше всего понравилось, когда мы делали зарядку. Играть. Когда мы в туннель пролезали. Мне понравилась физкультура. Впереди масленица, а значит, повод снова собраться и сказать: «Выходи гулять». Екатерина Дятловская, Алексей Орлов, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».